Шупашкарды вах халыксен кинематографне халланы пӗтемтенчире кинофестиваль малла бырать. Шешпӗл кинотеатрда пиндеда хӑшӑрдӑхрӑвне кимӗш ҫулта югернӗ «Короткое дыхание любви» илемлӗ фильма кӑтартрӗҫ. Курма килнисене пултаруллӑ продюсер тата Шупашкарды кинофестивален тӳресен ертӳҫе Марк Рудинштейн хӑй ӗҫӗпе тӗплӗнрех паллаштарчӗ. Валерий Харченко режиссерын кинокартины иртне эмерин тӑхрывунумӗр ҫулсенчи пурнӑҫасӑн ласа барать. Кунта ҫына вӗлерни те, наргӑмӑш палӑхасни те, пурнӑҫӑн пурйени те пур. Шӑпах ҫак ҫулсенче цензура пӑрахӑҫа тухать, киноиндустрийӗнче те ирӗклӗ хуҫаланма пуҫлать. Ку Марк Рудинштейн продюсерын пӗремӗшӗҫӗ. Она... Шак фильм актерзин воебе паларать. Он да хуйню лашки рольне расчей халых артистки Татьяна Акуневская и Калаплана. Перемыш худ кино осталхне Андрей Слие Пагдартна. Унзр бушне Польша чержин пулдарула артистче. Тенже шалдари Даниэль Альбрехский да Пургунда. Фильм сюжет жби афган вырщинче обычно офицер тыткана легеть. Анчах ыдылма былдарзанда Алексей Тыван Чержевамар. Финляндия чулдыдать. Унда бурынма юлать. Вӑхӑтырцен Питер деньгельне Рита Надель булать. Хирарым кунда канмагильне. Каччи ӑна килӗштерсе бӑрахать. Рита Алексейрен сама ясла. Унӑн ывылӳзет. Алексей савнӑҫын хыҫҫӑн раҫҫее чулдыдать. Анчах юраду вишкедеслӗхне легеть. Ҫак кино мана пидетелендерчӗ, кунта шутламалли нумай, килӗши килӗшмени халь калаймастӑп. Тӑхӑрвӑннӑмӑш ҫулта, ҫулсенче мӗн пулса иртни пирене ҫӗршывра, раҫҫере ҫак кинора кӑтартса панӑ. Ҫампа ку вот эпохӑна вӑхӑта пӗлме пулӑшать ҫак фильм. Фестиваль программе не тратно щеретла фильм шудинже чуваш режиссер Зенич Земдебур. Паян Марат Никитинын «Фуга», Иран Владимир Корсаковын «Сурым хере», Елена Рябцевын «Принять удар», Владимир Синяевын «Лесом ядла» и лемле фильме зене гадардаща. Кинофестиваль «Шуматкун» шуэгин черемщичим жинже вишленеть. Шиндерю жизни ядарлы парни зембе числа за саламлещ. Республика Галарымбали, Анастасия Лангина, Дарина Игнатьева, Олег Якимов.